Итак, финальный босс. И особое требование к убийству этого босса сделать так, чтобы он не лечился. Не хилился от мозгляков, которых сам же и призывает. Сделать это можно двумя способами. Ну, так подсказывает логика. Перебить быстренько всех мозгляков после того, как он их призовет и запрыгнет на карниз. Ну, наверх туда. Но это сделать не так-то просто, потому что он в то время огнем арену поливает. Мало того, что тебя дамажит, но это ладно. Так, там какая-то фигня происходит, что с ног сбивает. Ну, то есть не с ног сбивает, а отталкивает от мозгляков. В общем, их там 5 штук, этих мозгляков, и одолеть их всех достаточно проблематично. Хотя можно. Но есть и другой способ. И именно им я сейчас его вспомню. То есть, если включить вовремя ярость, которая делает анлим стамины, то можно убить его за вот за две такие комбы. И он просто-напросто не успеет запрыгнуть туда. Ну и, соответственно, не успеет отхилиться. Вот и все. Из-за убийства босса вот в таком вот варианте дают особый амулет. Как написано на сайте, этот амулет увеличивает урон на 25%. Плюс то есть минус это плюс, а минус то, что я не понял там перевод, то есть минус 50% количество хилок, что ли. То есть количество восстанавливаемого здоровья от тестуса минус 50, ну то есть наполовину. То есть обычная фляжка, грубо говоря, 100 здоровья восстанавливает, а с этим амулетом, ну вот он, собственно, этот амулет. А с этим амулетом Эстус будет 50, грубо говоря, восстанавливать. Ну, вот, с половиной. Вот я его одел и пойду попробую кого-нибудь стукнуть. Ну да, где-то так. 25%. 760, 960 урона. Это с этим колечком. Это вот я голый, ну в смысле без колец. 700 чем-то. Это я не туда полез. А вот это предательский амулет. Предательский амулет оказался эффективнее в плане урона. То есть он больше, чем 25% дает. It appears he must have loathed the act of physical struggle as much as he hated the rogue itself. 1077. Ну, короче говоря, тут я еще чуть-чуть поброжу, ключ найду и дальше там пойду первого босса убивать. И тоже на нем потестю амулеты и тот, и другой, и третий. И вообще на НГ+, этот первый босс, пусть надолго рядышком стоять, он тебя не убьет.
Ну, в общем, на этом я комментирование заканчиваю, потому что тут особо больше комментировать нечего. Кому интересно, посмотрите, там первый бой с первым боссом будет. Вот. Ну все, пока. On the horizon. They are spreading towards our village. I beg you. Be careful. Something evil is happening. I can feel that. Always seek refuge here, in the monastery. Whatever happens, Antanas can save us. Please. Please, be safe. Mighty Antanas, as requested, I have been seeking the origins of the powers that the principal judge cleric possessed. Unfortunately, I found a